Ну, смело, смело здесь вратарь-то оставил свой пост номер один. И Луминска атака. Передача 3-1. И опять Бейлин делает голевой пас. И опять пас, после которого не забить просто стыдно. Артур Гаврус отличился. Вторая шайба Гавруса в этом сезоне. Интересный момент. Поехал, оставил вообще ворота. Минчуков поехал туда, к борту, за клюшкой, за своей. Хотя игра-то шла в зоне минчан. Но толком завладеть шайбой останинцам не удалось. Напротив, прозевали контратаку. Тут даже три в одного выходили. Ну и, опять же, что мог сделать Лацо? Бейлин все очень здорово имитирует бросок. Потом под клюшкой защитника передача партнеру, и Гаврус расстреливает просто ближний угол.